от ДНК-генеалогии до лингвистика волновой генетики Горяева. Всем нам известно, что организм состоит из клеток. А клетка содержит свой набор хромосом, присущий конкретному виду. При этом каждая хромосома внутри себя содержит индивидуальный набор информации, то есть цепочку ДНК. И в каждой такой цепочке ДНК есть участок, который регулирует формирование белковых молекул в организме. Этот участок называется генами. Другими словами, гены — это участок ДНК, но ДНК — это еще не гены. Те участки ДНК, которые не кодируют белок, в людском организме составляют 97-98%. Для сравнения, у бактерий некодирующие участки гораздо короче и составляют в общей сложности порядка 20%. Причем, что характерно, даже участки геномных цепочек соединены между собой также некодирующими кусками. Роль некодирующих участков практически не изучена. Правда, уже выяснили, что без них организм просто не может существовать. Попробую изложить более доступным языком. Мы имеем некую ленту с записью информации под названием ДНК. Лишь 3% этой ленты у человека участвует в кодировании синтеза белков организма. Этот участок называется генами. Сама же хромосома — это способ упаковки ленты с информацией, обладающей помимо ДНК другими заумными веществами. По существу, один ген — это исполняемый файл, а ДНК — это уже папка с файлами, о которых никто и ничего не знает. Ну а хромосома — это уже плотный архив, причем настолько плотный, что программистам приходится о таком только мечтать. Теперь представьте, длина одной ленты ДНК в развернутом виде составляет 2 метра. Каждая хромосома есть отдельный архив, свертка ДНК, а таких хромосом в клетке 23. Ученые подсчитали, что если все цепочки ДНК одного человека растянуть, то общая длина превзойдет расстояние от Земли до Солнца. В 1994 году ученые определились с тем, какая часть молекулы несет в себе информацию об изменчивости. Еще в конце 80-х годов ученые заявили, что число генов составляет более 100 тысяч. В 2000-м они объявили о полной расшифровке и начале работ по созданию новых видов. Однако на момент 2007 года они все же удосужились пересчитать более точно, прослезились, и оказалось, что генов порядка 20 500. Какая именно информация находится в остальной папке с архивом, ученые не понимают и просто называют остальным мусором. Сами способы упаковки ими тоже до конца не изучены. Некоторые ученые предполагают, что способ упаковки — тоже информация, и это, скорее всего, так и есть. Надо понимать, почему ученые придумывают разные теории одного и того же, вводят разные термины и понятия, тем самым запутывают любые новые направления. Все очень просто. Им нужны гранты и финансирование. Они претендуют на ученые степени, и для этого им нужно создавать ореол оригинальности своих исследований. Затем возникают многочисленные скандалы и дележ пирога, что, разумеется, ничего хорошего ни для науки, ни для людей не сулит. И в итоге мы имеем красивые обертки от пустышек, вернее, рекламу оберток от пустышек. Таким образом, появилось множество направлений в генетике. Одни работают в инженерном направлении, меняя куски генетического материала одних видов на куски других видов, помидоры с кусками генов от скорпиона или картофель, от которого шарахаются даже его вечные спутники – колорадские жуки. Другие ищут методы избавления от врожденных или приобретенных заболеваний. Третьи работают над созданием новых вирусов, что дает возможность другим ученым работать над созданием противовирусных средств. Четвертые заняты антропологическими изысканиями. Пятые пытаются докопаться до сути архива со страшным названием «мусор». И самое неприятное во всей этой истории – то, что мы уже питаемся генетически модифицированными продуктами, высаживаем у себя на огороде генетически измененные семена, плоды которых вообще не имеют семян, и лечимся от вирусов, которые для нас разработали все те же ученые. Предлагаю остановиться на последних двух направлениях генетики. Y-хромосомные гаплогруппы, мужские хромосомы, которыми занимается биохимик Анатолий Клесов. Они служат своего рода маркером для исследования антропологии, кто от кого пошел. Считается, что группа R1a возникла около 22 тысяч лет назад. Каждая новая мутация формирует новый символ в названии гаплогруппы. Например, можно видеть, как ученые исследовали группу R1a1a7, вышедшую из группы, которая является следствием длинной цепочки мутаций, берущей свое начало от группы R1. В такой классификации наглядно видим последовательность мутаций, что зримо облегчает нам восприятие последовательности.
Сегодня антропологи предлагают разные методики, и у всех свои разные достоверные схемы распространения гаплогрупп. Клёсов говорит о прародителе славян в Сибири, украинцы, конечно же, их находят на Украине, а официальная же наука стоит на Африке, но некоторые уже постепенно смещаются в сторону Древнего Рима. Так и подмывает спросить, и какого же вы беса там в этих гаплогруппах потеряли, господа ученые? Те самые гены, которые вам известны, участвуют в синтезе белков организма. И место жительства различных групп людей, обладающих разными языками и этносами, живущими на одной территории, могут иметь одинаковое влияние на изменчивость организма, помогая организму таким образом в его выживании. Иначе как можно объяснить тот факт, что у тяньшанских киргизов отмечена более чем высокая доля носителей Y-гаплогруппы R1A в 63,4%? По какой-то причине антропологи 3% генов считают достаточными для определения расы, нации, рода. Но при этом не расшифрованы остальные гены, в которых гораздо больше информации, которые могут запросто перевернуть всю эту дутую генеалогию. Волновая генетика Горяева. Петр Петрович Горяев, которого вы сейчас видите на своих экранах, создал отдельное направление – лингвистика, волновую генетику. Слово «лингвистика» здесь указывает не на программное управление геномом. Одним из методов воздействия является лазерное переоблучение ДНК с привнесением в нее сторонней информации. Торсионным полем, светом, радиоволнами или звуком – неважно. В любом случае этот метод называется волновым воздействием. Генетики, в принципе, все кивают головой, когда слышат утверждение, что ДНК является носителем информации. Однако додуматься, как это сделать, никто не знает. В начале 20 века пытался рассуждать об этом Гурвич, но вскоре научную общественность заставили рассматривать генетику с механической точки зрения. И все полевые волновые теории стали отметаться как полный бред, и вдаваться в их изучение не приветствовалось. Как же это воплотил Горяев? При воздействии на ДНК луча лазера в самом пространстве пробирки после извлечения физической структуры ДНК остается некий отпечаток, след. Своего рода эфирная матрица той ДНК, которая там уже находилась. Во многом это перекликается с работами Акимова, основоположника теории торсионного поля, который своими приборами обнаруживал наличие эфирного отпечатка на том месте, где недавно находилось физическое тело. И Горяев развил этот факт до практического применения, найдя способ проецировать эту информацию на другую живую ткань. Этот метод признан лженаучным, поскольку никто его не смог повторить. И надо полагать по причине того, что никто ни разу даже не попытался. Лженаучно же, зачем повторять-то? Не найдя правды и поддержки в Отечестве, группа исследователей двинулась показать просвещенному миру свое изобретение. По приглашению в Торонто они устроили эксперимент. Для начала они убили крыс в радиусе 20 километров, передав информацию о заболевании поджелудочной железы больной крысы. После оживили некоторое число крыс, облучив умирающих информацией о здоровом органе. Из чего представители просвещенного мира сделали однозначный вывод, что некое торсионное поле передает квантовый отпечаток больного или здорового органа на любое расстояние. В результате технология ими была у изобретателей украдена вместе со всеми приборами, а Горяева же с группой выпроводили из страны и забыли о их существовании. На Горяева началось давление, а несколько лет назад, как мы помним, представители ВВС США по всей России и Украине начали собирать ДНК-материалы, о чем также выражал обеспокоенность сам президент. На требование объясниться в поступках американцы безапелляционно ответили, что исследуют функции опорно-двигательного аппарата. И, по всей видимости, такой ответ нас устроил. Работая в Институте физико-технических проблем Академии наук СССР в качестве старшего научного сотрудника и руководителя группы, Горяев обнаружил два неизвестных ранее необычных вида памяти молекул ДНК. Горяев объяснил, когда реализуется первый вид памяти. Генетический аппарат использует это явление для адресного запроса в собственные хромосомы для вызова необходимых голографических программ. Такие запросы реализуются в биосистемах в процессах регенерации органов и тканей, когда требуется, например, вспомнить или возвратить информацию о строении регенерируемой печени человека, клешни у краба, хвоста у ящерицы и так далее. Такие возвраты, как показали исследования, присущи не только ДНК, но и нуклеопротеидам, белкам и другим биоструктурам. Есть хороший пример практического применения этого метода.
Когда-то человек отморозил стопу. Лечащие врачи не видели другого выхода, как удаление стопы, поскольку разрастание заражения отмирающих участков невозможно было остановить иными методами. Команда Горяева не просто смогла остановить процесс разрастания гангрены, но и восстановила больную ногу методом переоблучения информации ДНК со здоровой ткани. Как правило, берется ДНК близкого родственника. Чем младше, тем лучше, вплоть до плаценты. А не отсюда ли случайно берется бум омоложения с использованием абортивного материала? Наверное, можно было бы соорудить такую технологию наспех из украденного. Второй вид открытой памяти – это способность ДНК создавать фантомный эффект. Это отпечаток ДНК живой клетки, сохраняющийся в пространстве после того, как ее оттуда убрали. Также этот фантом можно передавать на расстоянии. Еще одним разделом работы Горяева является корректировка существующей модели кодирования белков генетическим аппаратом организмов. Горяев также не знает, что из себя представляют эти якобы мусорные ДНК, но предположил, основываясь на результатах своих экспериментов, что гены обладают текстовостью, то есть это программный код, и каждый геном обладает квазисознанием или мышлением, и по сути есть квантовый биокомпьютер. Возможно, внедрение 5G и объявление создания искусственного интеллекта связано с тем, что кто-то при достаточных ресурсах смог развить изобретение Горяева и научился использовать квантовый компьютер ДНК людей, согнанных в города, расставив оборудование в местах их скопления. Отсюда все это засилие вышками и жалобы людей на вредное воздействие. А собственно, что еще должно чувствовать тело человека, если его клетки на полную мощность используют в качестве составной части квантового огромного компьютера? Разумеется, это только предположение, но мы должны учитывать и такую возможность. Итак, любой ген обладает конкретным набором смыслов, которые следует рассматривать как текстовое сообщение. Один и тот же ген обладает разным значением в зависимости от того, в каком контексте он используется. Все это роднит его с буквами в языке, которые складываются в слова, слова складываются в смыслы, и это умножает количество вариаций почти до бесконечности. А потому просто набора букв, с которым сейчас оперируют генетики, совсем недостаточно, чтобы понимать информацию, заложенную в ДНК. Плюс к этому подразумевается, что геном обладает своим уровнем сознания. По сути, его можно в чем-то убедить словами или другим видом передачи информации. Само собой, любой медиум, маг, экстрасенс об этом не только знает, но и использует в самом широком смысле. Главное здесь то, что, используя волновую генетику, мы естественным образом возвращаем целостность магии и науки. Поскольку одно и то же воздействие можно выполнить, используя подготовленного человека, так и технические средства, либо человека, управляющего техническим устройством. И это уже можно назвать техномагией. Горяев выдвинул свою версию о том, что ДНК является своего рода квантовым осциллятором излучения, и что трансгенное направление деятельности, которое выбрала современная наука, может оказаться для человечества тупиком без выхода. При этом используется понятие фрактальности применительно к уровням сознания мышления в биосистемах. Далее он сделал шаг еще дальше и предложил использовать модель Вселенной Бома-Берковича для практического применения своих технологий. Согласно этой теории, мы все живем в голограмме, которая постоянно воспроизводится, а потому фиксируется нашими органами чувств. Насколько это может оказаться правдой, покажет время. Таким образом, нам предлагается мыслить более широко и стремиться познать природу человека как такового, а не смотреть на людей как на набор субпродуктов, которыми можно оперировать как составными частями какого-то там механизма. Здесь должен быть в приоритете организующий фактор влияния сознания, без которого не может быть человека разумного. А теперь просто посмотрите на все это со стороны. Давайте отстранимся от научных споров со множеством терминов. Посмотрим на эту бурю в стакане воды под другим углом. Предположим, что у вас есть автомобиль весом 1,5 тонны. Бак с топливом составляет, например, 50 килограммов. Именно из этого бака топливо попадает в двигатель и участвует в процессах преобразования одного вида вещества в другое, с выделением при этом необходимой энергии. Это так можно подвести итог про споры ученых про те самые 3% ДНК, которые определяют главное качество человека. Давайте представим, человек — это автомобиль. 3% — это бак автомобиля. А все остальное — тот самый генетический мусор, в котором ученые разобраться не могут, и предлагается это просто не учитывать.
И можем ли мы, исследуя 3%, вычислить марку автомобиля, принцип его работы, изменить его конструкционные качества и, наконец, понять, кто же его создал? Ответ напрашивается сам собой, но тут уж вряд ли. И вот в этом бульоне абсурда ловится учеными какая-то рыба. Они находят то признаки Бугатти, то признаки Запорожца и готовы зарубиться не на жизнь, за правоту своих методов. И только такие, как Горяев, пытаются обратить внимание на реальные конструкционные особенности этого устройства. И таким образом, на мой взгляд, лишь Горяев наиболее близко подошел к пониманию, что же такое ДНК.